Всем привет, с вами снова я. Давно уже не выходило видео, но навряд ли кто-то по ним скучает или ждет их, но все же. В основном это видео делаю я для себя, чтобы понять, как звучат мои гитары. И это приобрело смысл, так как мою гитару Cord CR250 успешно кто-то украл это. И с тех пор про ней ничего не слышно. Ну да ладно, сегодня я вам расскажу про гитару Клеван CP100. Это чудо китайской промышленности, но на удивление гитара сделана достаточно хорошо. Я ее брал с рук за 20 тысяч тенге, но если кто-то смотрит с России, то это приблизительно 4-5 тысяч рублей. По структуре дерева можно сказать, что она выполнена из красного дерева, хотя кто знает, ну наверное какие-нибудь дешевые сорта. Гриф, скорее всего, тоже из красного дерева. Накладка палисандр, но поначалу казалось, что это черное дерево, но со временем краска стала стираться. Вот такой вот прикол. Ну, тут изогнутый топ, не знаю, клен это или просто так шпон какой-нибудь, но форма здесь такая. Два хамбакера, трехпозиционный переключатель, пневматик бридж. 4 крутилки, 2 тона, 2 громкости, пикап, подключение, разъем. Калки обычные, китайские кейксы, причем 6-я струна, на ней сломанный колок, и он держится на клеве, но он все же работает. И мензуру на этой гитаре я спокойно отстроил, на удивление, хотя я думал, что это будет проблематично. Гитара оказалась экранирована графитом. Для китайской гитары это, по-моему, ну, как минимум неплохо. Вот на серийном номере написано, что это гитара 2007 года. Да, кстати, тут есть серийный номер. И получается, да, гитаре 8 лет. Согласитесь, она выглядит, по крайней мере, неплохо. Ну и буду я делать обзор при помощи комбика Yamaha THR5 и при помощи процессора Digitech RP360XP. Не надо, пожалуйста, говорить про то, что ламповый комбик лучше всех и так далее. Ну, чем богат? У меня просто другого оборудования нет. И я установил новые струны буквально вчера вечером. Это Daria 1046 EXL110, что ли. Никель-баун. Это, как я понял, с никелевой обмоткой струн. Ну, кстати, хорошие струны, но удивление, у меня до этого здесь стояли Ernie Ball, тоже 1046, регуляр, слинки, stainless steel, из нержавеющей стали, и, видимо, при помощи никелевой обмотки натяжение струн чуть-чуть сильнее, и струны меньше прибежат, это приятно. Ну вот, а теперь приступим к прослушиванию. Thank you.
We'll be right back.